Ксюш, привет, привет всем. Видите, связь плохая, поэтому пропадает. У Мару есть инстаграм? Нет, у Маруси нет инстаграм. Ни у Амары, ни у Маруси ее нет. У Теки есть, но она его не хочет палить. У Теки есть, но она его не палит, да. Сидит тихоря по ночам в нем. Видишь, опять пропадает. Опять нет вопросов, да? Да они есть, миллион вопросов, говорят, все пишут, просто мы теперь не видим. Почему? Когда связь, видно, не ловишь. Давай вырубай тогда. Жалко. На тебе сразу подключишь. Надо подключать. Не, не надо. Ребятки, в общем, жалко, не получается. Давай. Видите, мы не видим ваших вопросов. Просто так? А, вот, шикарно. Куда вы такие красивые? Мы едем на ТНТ-вечеринку. Сейчас, секунду, подождите. А, тихо, жди, нормально. Сейчас сяду прилично. А если перевернуть? Так. О. О. А так вопросы не люблю. Я вообще их не вычитаю, Миша. Из Казани. Вот, читаю. Вот это. Привет из снежной Канады. О, Канада, привет, огромный. Ничего не слышно. Не слышно? Скоро нашим девочкам. Да, скоро. Приезжайте в Испанию. Клево, связь пропадает. Ну, тут все пишут. Удачного вам вечера. Зайдите еще попозже. Песня давайте крутая, пишите, играет. Что за делает? Трек? Никогда в жизни не скажу, что за трек. Пишите, что делаете. Кто чай пьет, кто с работы едет. Маруся дела в школе отлично. Вот только что она пришла со школы. Выходите из дома, Перископ. Ну да, дома самое прикольное. Мы просто ехали по дороге в пробке. Решили с вами пока пообщаться. Привет из Нальчика, привет из Уфы. Тоже привет огромный. Наконец-то попали к тебе. Сейчас хоть посидим. Ну да, пока мы доедем, нам тут еще километров 5 пробки тащиться. Мы вас видим. Привет из Одессы. Привет огромный. О, Одесса. Как там Одесса? Мама. Столько смайликов прислали. Да ловит все, ловит, да. Нормально. Не, ловит, но мы вопросов не видим. Тут написал, мать, ты чего? Какой твой ребенок? Тейка? Мари, видишь, у нее стоп-сигналы загораются, а у нас лица красные. Ага. Смотри, смотри. Стоп, комплиментов сегодня прям, спасибо огромное. Да, да. Это нас соседняя машина освещает. Видишь, опять, да, пропал? Плохая связь, очень. Ксюша, вы красавица. Плохая связь. Как настроение? Хорошее настроение. Настроение. Настроение варить варенье. Что за вечеринка? Вечеринка канала ТНТ. Будет презентация, то, что будет в 2017 году. Вам показано. Мы сейчас уже увидим. Смотри, видишь, сколько... Звука нет, вы нас не слышите? Виснет, все жалуются. Не ловит, не видно. А звука связь. Нет, да? Ксю, сколько лишних. Связь плохая. А вы нас слышите, Ребзя? Ребят, скажите, вы нас слышите? Нет, это он, может, просто так тут разговаривает. Народа очень много поэтов. Слышит, да? Угу. Пишут, что слышит? Слышно, слышно, да, все пишут, слышно. Классно, когда вопрос один раз задаешь и много-много ответов. Слышно, слышно, слышно. Слышно, слышно. Все смотрим. Ну так, кто что делает, напишите. Кто чем занимается в данный момент. Может быть, кто-то крестиком вышивает. Кто-то варенье варит. Курбан, привет, вам ты написал.
Да, привет. Тоже в пробках он все стоят, еду домой. Далеко в пробках стоят все, да? Угу. То есть в пробке стоят перископии. О, Наська присоединилась. Насть, ты тут? Привет. Едешь на вечеринку ТНТ? Удивительно, что Настя присоединилась, конечно. А как ты ее увидела? А присоединилась Настя Кобана. Здорово, Ксю. Настя! Ты уже там? Да мы в перископе, Настя, ты нас, ты ж только что присоединилась. Мы в перископе ТНТ презентацию посмотреть. Кстати, там тоже можем включить. А ты можешь перевернуть, показать, какой пробки мы едем? Вечеринка в Крокусе будет. В Крокус Микинина. Какой пробки мы едем? Жесткой. А так не переворачивается, да? Так, ты сейчас опять это едешь. Лучше лишний раз не дергать, потому что сразу зависается. Давай с тобой зависнем. Звук есть, слышу, а мы болеем. Кто-то болеет. Поправляйтесь. Надо лечиться. Ну что, спрашивайте что-нибудь интересненькое. Опа, чуть не врезался. Кто? Там товарищ. Лежим на диване. Вот круто вам. Мы бы сейчас тоже с удовольствием лежали на диване. Че там, столько вот пишут и ни одного нормального вопроса? Много вопросов, видишь, их просто не видно. А, смотри, как они летят. Ты я даже что не успеваю. Гоните Рапунцель, пишут. Да. Варю варенье кто-то. Ужинаем. А, это тебе на вопрос отвечает, который ты полчаса назад задал. Видишь, ну, ты же, ты же, получается, страна едет в пробках, лежит на диване и варит варенье. Ну, вы успеваете читать? Успеваем. Ну, нет, не успеваем, если честно, не сильно. Пусть говорят, завтра будут показывать. Мне сегодня написали. Завтра покажут. Погода в Москве 4 градуса. Мне холодно, если честно. Я люблю. Вот Зи любит такую погоду, а я не очень. Зима любит. Спасибо, зиму. Ирчик. Ира, моя подружка, пишет. Не могу писать хорошо. Ир, спасибо, я вот в WhatsApp прочитала. У тебя очень классная дочуля, люблю за ней наблюдать. Почаще выкладывай такие классные фотки ваши последние с фотосессии. Когда в Одессу приедете, вот ты спрашиваешь. Я ни разу, кстати, не была. Вообще ни разу. Я бы съездила. Привет из Дагестана, из Казахстана. Люблю дождь. Рапунцель проект. Ты слышишь, главный вопрос нет. А что она накосячила? Ксюха, ты помнишь, как здесь крутиться? Да. После пипи дальше. Так, и что? А давай посмотрим, какая задержка в вопросе. Давай зададим вопрос и посмотрим, через сколько минут первый ответ прозвучит. Давай какой-нибудь интеллектуальный вопрос. Что, где, когда? Давай я сейчас назову. Давай я сейчас назову цифру, и кто первый ее услышит, сразу напишет эту цифру. И посмотрим, какая задержка по времени. Цифра 5. Я вообще все повисла. Пять, вот. А, ну только вот, быстро, появилось. Видишь? Две минуты. Вот, пять, все. Да. Короче, задержка в 30 секунд. Получается. Не, ну человеку еще и написать надо. Не, мы сказали, там люди услышали и написали нам, вот на это на все 30 секунд ушло. В отпуск мы летим, вот, смотри, на Сейшелы на следующей неделе. Лишь 5, да, вот, да, 30 да. секунд задержка. Угу. Кто-то 30 услышал. Собчак родила двойню. Че, правда? Серьезно или вы шутите? Двойню прям?
почему не пристегнутая? Самый главный вопрос. Я когда видео выставляю, то... Как ответить на этот вопрос правильно? Давай сделаем, что вы не слышали. Мне кажется, каждый сам. На самом деле надо пристегиваться обязательно. Но детей мы все время пристегиваем. Дети всегда пристегивают. Я свой последний ремень ребенку отдаю, просто поэтому на меня не остается. Собчак родила двойняшку. Вот кто это пишет? Это вы шутите или правда? Ксюша, больно делать тату? Не, не очень больно. Спасибо огромное. Врут. Чего врут? Не, мы без детей летим, потому что я лечу туда работать. Мы летим на Сейшелы. Остров любви запускает второй сезон. Поэтому нет. Я даже не понимаю, что за люди, да? Зачем такие слухи пускать? Вот особенно по поводу родила. Это такой вот момент очень... Интимный. Интимный, тонкий, да. Нельзя такие вещи трогать. Вот я... Мне каждую неделю перед тем, как я родила, каждый день писали про то, что я рожаю. Девочка какая-то фанатка Димы Билана все время пишет. Любишь Диму Билана? Хорошо отношусь к Димке. Мы общаемся, дружим. Вы не общаетесь, Собчак? Ну, не могу вам сказать, что мы общаемся и не общаемся. Но когда видимся, естественно... Здороваемся, спрашиваем, салам, как друг друга дела. Когда видимся, салам друг другу кидаем. Тебе очень идет от цветволос, спасибо огромное. Как они цветволос-то разглядели? Такая темень. Не знаю. Что за наряд у тебя? Я не знаю, как сказать, что у меня за наряд. Ночнушка. Ночнушка. Слышишь, платье стиль, да. Здесь направо, я не помню, где это. Прямо дальше. А, и туда уход будет, да? Фокус, конечно. Все, я понял. Никак не мог вспомнить. С кем останутся детки? Детки останутся с родителями моими, с бабушками. С бабушками, дедушками, двумя нянями, садовником, водителями. С Теей останутся дети. Салам, брат, как это ты тебе пишешь. Дети останутся с Теей. Она девушка серьезная. Ксюх, как тебя зима называет? Ксюх так и называю. Нет, Ксюх ты никогда не говоришь. Ну, я не буду же палить. Ксюх. Это страшная тайна. Урбан угарный. Морепродукты любишь? Морепродукты любим очень, креветки любим. Устрицы я люблю очень. Что сегодня ели за весь день? Я сегодня не успела позавтракать, приехала на работу, выпила чай, пошла, отснялась, вернулась домой и съела куриную грудку. А ты сегодня холодец съел, да? Я такая вся правильная, а ты холодец съел. А ты сегодня холодец съел, да, с жиром. Зима красавица, потрясающая пара, спасибо. И все? Да, и все, больше ничего не ела. Привет из Туловы, лучшие, какие классные. В Одинцово часто бываешь, сегодня проезжала. Зима, вкусный холодец, спрашивают. Нормальный. Зима, какое у тебя полное имя? Курбан. Когда ты ее покажешь? Пока не покажем. Ксюш, тебе повезло с мужем, берегите друг друга. Спасибо. Горько. Почему все время просите целоваться? Скажите, пожалуйста. Вот это как-то это неудобно. Извращенки какие-то с порносайтов пришли. Покупают за деньги этот, знаешь, этот. Нет, ну просто как-то, я не знаю. Это как у нас на проекте, да? Объявили себя парой, тогда целуйтесь, как я люблю говорить. Целуйтесь, если вы пара. Целуйтесь, если вы пара. А потом будут писать, видишь, он ее даже не поцеловал в перископе. Значит, не любит. Значит, дагестанец.
Так, ребят, все, мы приехали. Если получится, еще вечером сегодня выйдем. Ладно, всех обнимаем, целуем. Вон, ТНТ больше, чем канал. Вот, смотри, сейчас покажу вам. Где?